Нормально. Че, всех суммоним сюда? Всех я масло сделаю. Угу. Берите там припоты, масло, всю фигню. Тыкайте на сумон. И сумоньте тоже. Не стойте. Тыкать. Святос, ты в Дисе? Пока идешь, если что там, если какой-то РДДшник там зайдет, может на лану, если будет тяжело, если не будем справляться, то есть что свичните, а? Еще раз шкаф Локи поставьте, притон. Валик нету, я так заметил, да? Мы вчера ебанули. Вроде не резнулись. Угу. Хорошо. Я пока масло покрафчу, а то закончилось. Угу. Мордонцу напишите, что он там зайдет, нет, куда он уфнулся. И Экон где? Сочный где? Он понимаете? Писал, что он уфнется на 3 минуты, Экон. А. Слеер. Я у принцов уже. Ага. Марадонец здесь. Так, прилокался, наверное. Да, надо сумануть, чтобы танчить нормально. Сейчас дойдем до ланы, все. По полочкам разложим и пойдем. Сейчас я масло докрафчу. Полминутки буквально. Угу. Остальные побежали, пока он там крафтит, и все остальные хилы бежим. Так, сейчас на танков метки поставлю. Так, групп лут вроде стоит. На трэш. Мне надо будет еще часть ГБ скинуть, а то у меня места в сумках не будет. Что за рыбалка? В Вовке или в реале? Ты думаешь, он с ноутбуком у речки сидит? Ну кто знает. Нормально. Вполне возможно. Контент. Этот... Если кто отойти хочет... Ну, это не значит, что прям все ДД отходите. Мы сейчас идем трэш бить, если еще клане. Ну, максимум минут 5 у вас есть. Типа, ну, прям что-то там, чай налить, умыться, не знаю. Всем привет. Здорово. Это. Так что мы трэш сейчас бьем. На мне стан, если что, забирайте там. Мордонца я не вижу, он не подошел вроде как что. Так что давайте стан, мабам, контрольте. И на пулы тоже давайте. Зачем ты мне диванда? Не знаю, может что-то ошибся. Захильте. Лес эти. Пошли дальше. Так, тут два тактика. Давайте поставлю кружок. Вот этого первого бейте. Ладно, не кружок, тогда другого без метки. Сейчас ромбик поставлю. Вот этого ромбик бейте, у него меньше хп. И потом кружок.
И стойте поближе к тактикам, чтобы они далеко вниз туда не телепортировались. Ага, вот я про это имею в виду. Встаньте сюда повыше. Вот видите? Все, кружок потом. Все, пошли наверх. Сейчас на мага переключайтесь, на высокого, рослого. Сейчас лапкой согрите тактиков аккуратно. Я могу цепануть шаклом. Ага, вот звездочка, кружок какой-нибудь. Угу, одного убьем пока. Ой, второго не надо. Ну ладно, звезду первую убиваем. И также поближе к ним встаньте там, ага. Просто наверх идем. Два соска надо присумонить. Отбегу на полминуты. Вообще тут. Ставьте огурцы, да, локовские берите. Где этот маг? Два соска. Отсутствует. Поди чаю пошел налить или что-нибудь, он же написал, куда мы пришел. Слав, скажи, кому в демона прыгать? Они меня не слушают. Ну, прошлый рейд кто был? Имя имен в демоне? А ты, да. Ну вот и прыгай в демона, имя имен. Там урона вообще нет от него. А зачем урон от него? Нужно СПД. Сколько? Если он бафает весь рейд. Давай, спекнись. А, там трэша же нету, надо как-то проверить. Сколько он дает? Ну, короче, он 500 где-то, 600 дает, да? Ну да, где-то так. Ну вот, это не хуевая цифра так-то.
Это нужно и хилам, и всем РДД. Смотри, 15 людям в рейде это нужно. Так что это очень важно. Ну, профа вчера убивал в Дестре. Ну вот из-за этого и... Поэтому нам и не хватало урона. Так наоборот, убили, когда я в Дестре был. Вань, еще раз. Ты 15 человек бафаешь по 500 СПД. Посчитай, пожалуйста. Да я знаю. Все понятно. Все просто тут... нету капов и давайте проверка на присутствие. Давайте сейчас разъясним, что мы здесь делаем. Можно один вопрос? Тут же танки хорошо держат, да, его? Да, да, хорошо. То есть можно друг друга рогом распуливать. Да, после первого напула. Первый напул в танка даете, и потом уже можете меняться. Первый напул обязательно в танка идет. Значит, 5 меток. Так, нет, какую-то уберем сейчас. Верно. Вот так, ромбик уберем. Вероника, ты под боссом? Вот. Ну, самое главное, смотри там. Это автоатака ману регенишь. И смотри, самое главное, тени. Это самое. Значит, по другим хилам. Ну что, ну давай. ИВБ звездочки. Экон в кружке. Килая в луне. И Зубрджин в треугольнике. Вот. Это ваши места. Ну, в принципе, метки там спадут, наверное, с пактами. Вот. Когда люди на взлетке разбегаетесь, рейндж набираете, не стойте близко к этим меткам. То есть стойте на 8 метров, там, на 10. Вот, чтобы хилы не сдохли, чтобы стали комфортно свою меточку и хилили, зная, что их никто не шотнет. Взлетки будет 2. Присты знаете, да, и ВБ. Я устала, значит, смотри, когда босс будет пуляться, ну там по отчету, перед отчетом, кидишь на себя этот, как он называется, блядь, защиту от страха, антифир, все присты на себя кидаете, на взлетке вас не фиряет, и потом эта хуйня откадешивается, и вы перед второй взлеткой еще раз на себя кинете, вот. Человек, который будет с тенями бежать, ну, допустим, питон какой-то бежит там по правой стене, хуяк на нем тени, и босс фиряет рейд. И вас не фиряет, и вы сразу его диспелите точечно. Не масс диспелом, а точечно, то есть моментально. Вот, это самое главное, что человека надо будет диспелить. Ну и также все 5 хилов смотрят вот этого человека, закидывают ходками, щитками и всей парашей. На взлетках, значит, на первой взлетке незыбка будет моя. Плюс будет... гимн на хп будет от Килаи. Вот. И, значит, все прожимают свои сейвобилки. Если вы фростмаг, нажимаете глыбу. По ДПС успеете. Все друиды дубовой кожи. Вар, святость, ты умеешь одевать щит и нажимать глухую оборону? Это на второй взлетке, наверное. На второй взлетке так сделаешь. На первой, я думаю, проживешь. Или хилку нажмешь там на первой. Может, поможет. Ну, ДКшники понятно. Там панцирь, паладины понятно. Значит, роги. Я не знаю, кош спасает, кош спасает. Первым. На кого напуливать? Напуливать на вой, да. Okay. А может вообще не надо напуливать? Укус вот это могут... Первый напул на черепок. Мордонец, ты знаешь, помнишь, да, с первого рейда? Просто автоатака, идешь со мной, бежишь, бьешь, и все. Все нормально будет. Хант, ну, обратите внимание, хилы, то есть два приста, то есть ходочки на ханта. Те, кто не хилится, классы. Вот, к примеру, Локи, заслон от магии тьмы нажимаете на взлетке обязательно. Хоть это и 5000, но это все равно какая-то помощь хилам. Вот, три Лока захотать обязательно. Кто с укусами, рогов там, они вот не хилятся, и ханта, чтобы они не упали на взлетке. Вот. Гимн на первой взлетке будет от Килаи. На второй взлетке будет незыбка от Мордонца, плюс будет массакра от Холипала, и плюс с баблом дашь, и плюс будет два гимна на хп, будет от ИВБ и от Я устала. На второй взлетке это будет, чтобы прям никто не упал. Наша задача на этом боссе все 16 укусов сохранить и добить босса в конце под Герой. Вот. Здесь от чего можно сдохнуть? Первое. Когда вы стоите в ренже, бьем босса, все, вот стоит челик, допустим, вот здесь, где я в черепке стою, и стоит в луне, и стоит в треугольнике. Куда нужно этим троим людям сбегаться, когда на них появятся это, красные лучи такие? Нужно сбегаться в центр этого треугольника, то есть вот сюда я двигаюсь. Если я из треугольника, я бегу сюда. Понятно, да, логика? Всю эту хуйню должны понимать. Никто из трех людей с пактом не должен стоять. Кто сагрил?
Ложитесь. Ложитесь. Просто спиной, спиной вставайте. Можно диван? И диван дайте, да, паладины, там, если успеете. По кому-нибудь. По кому-нибудь. Я сейчас одного на пол, на полминуты лагануло. У меня лагануло. Это у сервера проблема. Алкина. Я сейчас встану. Алкина, ты что-то кинул в босса, да? Не вставайте пока. Нет. Ну, кто-то что-то сделал, близко подошли. Сейчас будете на лестнице стоять, блядь. Есть там? Да, может быть, люди начали лагать, кто-то начал жмакать, не бежал. Не побежал. Давай, Масрез. Там это из-за притона. Он этот нажал... Покров тени, что ли, как там называется? Не нажимайте ничего, встаньте, сейчас вас резнут, встаньте на лестнице. Ну, блядь. Я вам еще объясняю, что делать, чтобы, ну, вы понимали. Вот сюда отбегите все. Ешьте рыбу заново, все бафы. Вставайте там, притон, кто там. Вот, значит, первое, это сбегаться с пактами. Если на милике пакт и на двух РДД, милик тоже бежит навстречу им, все сбегаются. Второе, это выносить тени. Тени, значит, давай, сочный, ты будешь говорить, ты сейчас на совете попроще. Будешь говорить, ну, коротко, допустим, притон лужа, притон побежал. Или притон побежал, хотя просто два слова. Притон побежал, я устал и побежал, хейки побежал, все. То есть ничего лишнего. Ну, там, что таймер теней, типа, через 5 секунд тени, я думаю, не обязательно будет слишком много флуда. Я буду говорить, кто кого будет кусать. Первый укус, там, кто больше ДПС, то больше аград даст, тот и получит. В приоритете, ну, буду говорить РДДшникам, потому что РДДшники на взлетке хоть как-то бьют, прожмутся и бьют. А может, шипнешку первую по укусу, чтобы он отхиливал? Не надо. Это, значит, дальше. Пакт, тени и укусы. Укусы — это ваша основная задача здесь. То есть у всех 25 людей, ну кроме хилов, ну хилов и так фреймы рейдов есть, у всех должны быть фреймы рейдов. Вы должны видеть, не так, что там, о, блядь, Войт, укуси танку, а я бегаю, блядь, такой, где он, ёбана в рот? И такой, тыкаю на этого, а, это хейки сова, тыкаю на этого, ебать. Это Экон, блядь. Сука, где он танку? А он там стоит, ебашит, босса бьет. Чтобы все могли за секунду выбрать любого игрока в рейде. Вот он танку. Вот он Святос. Подошел, единичка передал укус. На передачу укуса дается 10 секунд. За эти 10 секунд вы можете наносить дамаг. Можете за секунду укусить и 9 секунд дамаг наносить. Если вы будете ебланить, бегать там лишние 5, 8 секунд, там 10. И еще хуже, в вампира превратитесь. Вы потеряете укус. То есть вас надо будет и БРить, мы потеряем укус, мы потеряем двойной урон, и мы не убьем босса просто. Это задача, ну, после тени и пакта, это задача номер один. Передать укус и дамажить. Все, вот это у всех должно быть. Если у вас этого нету, я не знаю, открывайте стрим прямо сейчас, если у вас нету. Открывайте стрим, если хоть у кого-то в рейде нету этой хуйни. Я вам показываю, как, блядь, перенести фреймы рейда, и чтобы вы могли выбрать любого человека в рейде. Вот, в стриме показываю. Открывайте рейд, общее, этот, вкладку рейда, и вот группа есть. Левой кнопкой мыши нажимаете, группа 2, блядь, группа 1. И все эти 5 групп выносите сюда, куда угодно, налево, направо, по центру, куда угодно. Вот, и тыкаете на них. Вот, допустим, тут, блядь, мелко у меня. Сейчас, вот, допустим, блядь, вот у меня тут топа, Святос, я вижу, подписана группа какая, вот 2 группа. Я вижу все ники. Могу любого тыкнуть, посмотреть, где он стоит. Когда ты тыкаешь на человека, вот на звездочку тыкнул на ИВБ, под ним зеленый кружок такой появился. Вы должны знать, где этот человек стоит. Если это милик, ну, логично предположить, что он в милизоне. Там, может, вы этот кружок и не заметите. Но вы должны подойти будете к милизоне, вот так вот побегать и тыкать тычку, кнопочку 1, блядь, и передать укус. Обязательно. Вот это все должны сделать. Если вы укус будете передавать долго или вообще не передавать, мы будем вайпаться здесь. И, ну, и, ну, вы будете понимать, что вы не справляетесь. Вот. Ну, тени, пакт, это понятно. И четвертое, самое главное. На двух взлетках никто не должен сдохнуть. Все. Больше тут ничего сложного нет. Вот. Дается фир. Присты, в частности, ДЦшник, дает масс диспел. Потому что у него масс диспел быстрее кастуется. Но я устал, тоже может масс диспел дать. В одну, там, налево, направо. Ну, допустим, со стороны кружка даст килая масс диспел. Со стороны звезды даст по людям, кто в луже бежит. Я устал, масс диспел. Ну, и сколько-то людей здесь пылится. Вот, фир вот этот.
Это надо тоже сразу делать. То есть как только фир получился, у вас фир не идет. Вар свято, ты нажимаешь, знаешь, да, что ярость берсерка, все правильно. Вот у всех, у кого антифировские способности есть, или расовые, или какие-то, вы их нажимаете. Вот. Все, значит, буду говорить. Кто первый получит укус, буду ему говорить, кого он будет кусать. И дальше всем буду говорить. И 8 человек, которые следующие 8 человек будут кусать, тоже скажу. Вот, поэтому все понятно. Давайте еще раз готовность. Смотрим бафы свои. Босса не пулим. Не бегите туда, блядь. Уйдите назад все. Успеете перебежать сюда. Стойте сзади. Так, все готовы? У всех все есть. Эликсиры, хурюк, зубрыжин. Пейте, масло мажьте. Так, еды нету. Ну-ка, где рыба? Сейчас поем. Так, на мне пока сопрот есть, нормально. Зобра, с тобой что-нибудь поделиться? Что еще раз? Да я зубраджина интересуюсь. Так, еще раз чек на готовность и будем уже пулять. Так, хурюк, со мной рядом, держись. Так, все готовы? То же самое, на счет 2 пьете припот, на счет 3 иду пулять. Раз, два, три, поехали. Так, кто там сочный, ага. Так, сочный, кусаешь анимоника. Анимоник поближе станешь? Сам его найди заранее. Все делаем самостоятельно. Ты мимен, мимен. Она по краю разносится. Лучики сбежались. Рейд на фул хп стараемся держать. Вы прям максимально старайтесь. Фельмишань, беги. Напоминаю, первая взлетка, лучики сбежались. Я даю незыбку. Килая на хп дает у первой взлетки. Все свои прожимки на обоих взлетках прожимаю. Что-то много дамага по рейду. Магов захильте. Зубраджин побежал. Линканите, сколько там до взлетки? 22 секунды. Сочный хейки укусишь. Анименник укусишь, я устала. Хейки поближе не бежит. Я устала, беги. Так, готовимся. Кого укусишь, я потом скажу. Да, давайте хилимся. Сочный киртала. Хейки, я устала, ресаем. Укусите на свое усмотрение. Сразу людей засчитывать, кто встали. Быстрее, быстрее, быстрее. Захиливать. Фулл баф. Тени, быстрее стяните пакты. Так, я вижу, кому передали. Еще раз. Хейки, я устала. Сочный притона. Свято стопу укусишь. А четвертый укус где? На аниманике. А, аниманик вижу. Притон правее, знаешь, чтобы тебя нашел потом? Аниманик, давай лазерную укусишь. Убегитесь. Лазерную найдешь, успеешь, надеюсь. Если вдруг что-то не получает, то укусите кого получится. Укусы передаем. Не проебитесь с укусами, сука. Сочный. Ты передал? Нет, да ёбаный рот, ну вы дрочите что ли или чё? Падаем в лужу, заходим.
Я еще раз говорю, если у вас какие-то проблемы, блядь, не получается укусить там, что-то забаглось, завислось, любого кусаете. Мы так будем вайпаться, сука, до второго пришествия. Ложитесь в лужу, заходите, диван дайте, отбегите дальше к лестнице туда. На ком-то диван, надеюсь, есть, чтобы резнуть всех. Пиздец, что у тебя за проблема? Если такая хуета будет по КД, мы не убьем этого босса. Вот такой хуеты не должно быть. Я устала и этот, Киртл, как вы сдохли на взлетке? Я устала, тучка есть. Киртл, есть глыба. Что с вами? Объясните мне. Хилы не боги какие-то, что вас на фулл хп будет держать, что вы никогда не сдохнете. Сейвы надо прожимать, помогать. 10 секунд до масреса, ребят. Ничего, подождем 10 секунд. Ну, пока ресайте, там сочный рез. Я просто даю инфу, что скоро можно поднять всех сразу. Да, вот сейчас 2 секунды, секунду осталось. Все, давайте масрез. Дебаф спал, можно поднять. Ребята, еще раз. Я устала. Ты поняла? Плюс в рейд. Тучка, пожалуйста, оставляй на вот эту хуйню, на взлетке, чтобы ты себе тучку дала, не сдохла. Тень, не тень, там диспелили, не диспелили. И этот, Киртл, что с глыбой у тебя? Ты фрост, не фрост? Ты фрост. У тебя две глыбы должно быть. Вот. На взлетке лестницы глыб... отбегите на всякий. Отбегите, да, от босса. А то сейчас кто-то трэш пета направит, у нас, блядь, босс спулится. Вафаемся, едим рыбу. Ну, конкретно этот трай. Я устала, Киртл. Надеюсь, поняли. Сочный. Любого кусаешь. Что-то не получается, кусаешь любого, похую. Кроме хила, блядь. Хила укусишь, это пиздец. Это позор, блядь, на всю жизнь. Лучше укусить хила, чем стать вампиром, честно. Лучше ДД укусить. Хил не дамажит, он хилит. Если мы будем кусать 5 хилов, блядь, вместо ДД, мы просто не убьем босса. У нас ДПС впритык. Слушай, Сочный, ты стой поближе к мелизоне. В мелизоне всегда есть кого укусить. А хилы — это пятая группа, да, нижняя? Да-да, это вся пятая пати. Так что соберитесь еще раз. Так, что там, рыбу поели? Что-то я не могу бафа. Сейчас баф появится, 10 секунд. Проверка, пока что принимаем, кто готов. И смотрите, на взлетке. Вы тоже, ну, видите, там кто-то куда-то отбежал там с тенями. Ретрики можете по проку флешку дать, себя хилить. Ту же свет, этот, вспышку света можете кастовать. Та же сова может выйти с формы, покастовать покровительство природы, быстренько что-то подхилить, кого-то поднять. Это хорошая помощь будет на взлетке. Наша задача — на взлетке не сдохнуть. Все, это надо выполнить любой ценой. За ДПС мы его в конце подгировали. Главное, чтобы все живые были, все укусы. Танку. И килая. Так, все готовы? Готовимся. На счет 3 буду пулять, на счет 2 припоты. Раз, два, три. Ну... Так, Киртл, укусишь Хейки? Все зависли? Да, зависли. Разлагало, разлагало. Сочный беги. Разлагало. Беги, нормально. Разлагало, играем. Играем. Сбежались лучики. С Сирусом, блядь, сейчас. Слэйр, ты тут? Тут. Тебя ресать? Ну нахуй надо, я понять не могу, что сервак лагает, блядь. Ну ты подвигай камеры, это ж... все бегают или что у тебя, ты объясни. Сейчас бегаю. Так. Да подломил сервак, все нормально. Этот, блядь, у нас 3 друида в этот раз. После взлетки, короче. Короче, давай, это, Керу, срезай его. Слеера. Сразу ему щиток готовьте. Сразу там щиток, фулл баф. Каску, лапы, приставав, всю хуйню. Чё до фера там? Смотрите. 28. 28.
Я сочно укушу. Хейки. Да, давай. Сейчас укусы передадите, 4 скажу, кто дальше. Пристань, эфир уже сейчас можно. Тени свер мейдж. Антифир на пуле даете, а второй обновляете после первой взлетки. Готовимся захиливаться. Фул хп стараемся рейду поднять. Даю незыбку. Вот отлично. Все замечательно. Так. И на файлы. Сочный анименика укусишь. Лазерная. Так. Лазерная притона укусишь. Хейки, я устала. Укусишь. И Киртл, да, еще, по-моему? Да. Киртл. Сочный, прям рядом с тобой встал. Анименик, ты говоришь? Да. Киртл, укусишь Хурюка. Мелизонион. Отойди. Защильте паладина. Угу. Мордонца хорошенько. Хилы. Все, теперь следующие 8. Значит, я устала 2 соска, лазерное имя имен, анименик Слеер Маг, Хейки Керуса. Сочный. Керус, подойди на левую сторону. Сочный Святос, а Керус, беги тени. Притон Танку. А, вот так вот. И Хурюк. Давай этот незыбку. Я в тени умру сейчас. Гимны на хп даем, гимны все присты оставшиеся. Фейки, Керус минус, ебать. Ну, в лужу заходим. У меня от ферилов в тени. Вот вы это... разливаете, я, конечно, ебу. Вот эта тень, это кто разлил вот эту хуйню? В лужу заходим, давайте диван у кого есть. Падаем. Кто вот эту разлил лужу, вот возле звездочки, которая близко так к лестнице? Дали там кому-то диван? Кто разлил лужу? Быстрее посмотрите, кто там последний был. Я разлил. Керус? Да. Постарайтесь с тенями быстрее реагировать. Вот тени повешались. Там экран такой фиолетовый по бокам становится. Смотрите внимательно. Их важно постараться к стенке вынести. Хотя бы вот за вот этот черный круг, который вот посередине есть, хотя бы за него вынести, чтобы метров 10 было от босса, где босс стоит сейчас на лестнице. Ресаемся. Масреса нет, так ресаем. Лока ресайте. Человек 5 там можете встать там за сумоним. Остальных ресаем. Масрес у КД, у людей у всех. Ну, почти у всего рейда. Лагает еще. Сейчас, может, получше будет. Может, потом ребутнет и перестанет лагать. Ну, прошлый пол у кого-то других лагануло. Этот пол у вас. Сейчас подберем такой пул, когда ни у кого не лаганет, все тени вынесут, все нормально будет. Ничего страшного. Не в первый раз. Надеяться на звезды. Давайте шкаф, локи ставьте. И если камни съели, сразу камни ставьте. Сумоним, кто в начале инста. Тыкаем на сумон сразу. Быстрее засуманиваем. И едим рыбку. Так, сумони я устала, сумоню 2 соска. Киртала, Слеера сумоньте и Топу сумоньте. Так, Слеера сумоню. Топа остался еще. И Хейки где-то еще. Да я тут уже. Ага, все вижу. Топа пришел тебе сумон? Нет, нету. Тыкайте. Ну вот, все, пришел. Ешьте рыбу.
На взлетке живете нормально, только вот эти тени. И смотрите, еще такая вещь, может мелочь, смотрите, чтобы, если вы вздыхаете, вот сейчас сдохло несколько человек, в тени вас загнало фиром, если у вас такая проблема, на взлетке, когда босс бежит с лестницы в центр, вы, в этот момент у вас есть секунда-две, чтобы сбежаться ближе к центру. Это делается для того, чтобы фир, который на вас повешался, дольше вас гнал до теней. То есть, до теней вашему персонажу было бежать дольше. Все тени, они за пределом вот этого черного круга, который на полу лежит, вот этот ковер, за пределом должны быть. То есть вот эта серая параша, видите, да, вот по бокам, то есть вокруг, окольцовка такая. Вот, поэтому сбегайте из центра. Как только фир прошел, вы набираете рейндж сразу. Там уже босс взлетает, и буквально пару секунд есть встать на рейндже отметок с хилами и это... начать дамажить, прожим кидать и захиливать других, помогать. Все, вот эту вот тему сейчас исполните. На первой, на второй взлетке попробуйте, посмотрите, как у вас получается. Потому что масс диспел он по всем не попадет. И это. Ну, в хиловской пати там тотем и трепета, соответственно. Во второй пати перемеш тотем трепета тоже переключите, чтобы все тотемы. Тотемы, как босс пойдет к этому, к центру, обновить можете. И тогда это самое, может он прокнет тотем, прям фир быстро снимет. На фире прям в центр сбегаться, короче, да? Сбежаться для того, чтобы, когда вы получили фир, из центра вашему персонажу до теней бежать дольше. И о, пока... все, вот, все ясно. Вот. А потом, когда фир уже либо снялся, либо вас диспелили, вы набираете рейдж. И быстро это надо делать. Вот. Милики, соответственно, ближе туда, к лестнице. Ближе к теням, там, может, чтобы аккуратно стоять. РДДшники, ну, здесь вот. Ну, блять, хули вам, блять, еще каждую метки ставить. Все, давайте, на счет три готовимся. Раз, два, три, погнали. Киртл, хейки укусишь. Потом хейки сочного, а Киртл я устала. Лучики сбежались быстрее. Курок, беги. Угу. Вот. Со скоростью медленно. Все старайтесь так выносить подальше. Сбежались. Угу. И по местам. Тени смотрим на свои дебафы, все ждем тени. Экон. Что там до фера 20? Фера 20, угу. Сбегайтесь и обратно по местам. Частицу на мордонце передаем, больше урона. Он больше урона получает на мордон. Угу. Тени готовимся, эти тени захотать, диспелить фир с них. На фулл хп быстрее всех поднимай. Анимейник. Центр сбегается, как сказал. Лужу, надеюсь, никто не бежит. Даю незыбку, захиливаемся. Килаю на хп. Даю. Так. Я устала Притона, сочный анимейника, Киртл, Пельмеша, Хейки, Алкину. Алкина, я слева. Я тебя не найду в этих меликах. Хейки. Да, я вижу. Алкина слева от босса, через 10 секунд. Все, можешь так стоять, я вижу.
Сбежались быстрее, сейчас тени. Готовимся. Тени, Керус. Керус. Не стойте в луже, осторожно. Осторожно. Захильте их. Укусы передали все 8? Вроде да. Анименика не вижу укус. Тебя не кусало. Я же рядом с тобой стоял. Не знаю, не кусало тебя. Короче, передали, надеюсь. Я флееру передал. Так, внимание, готовимся. Сейчас будет взлетка, потом укусы скажу. Вот эту, вот этого сейчас тени будет. Лазерная. Заход эти выноси. И будет сейчас страх. Два приста гимны дают. Холипал на вихре массакру и морданец дает этот самый. Пока эту всю хуйню вы делаете, слушаем укусы дальше. Хейки анименика. Я устала лазерную. Киртал два соска. Сочный слеер. Не вижу анименика. Анименик налево. Все, вижу тебя. Вижу. Сочный притона. Короче, я вижу, у вас уже укус передачи идет. Передавайте, кому есть. 50 секунд. Милики миликом. Передавайте укусы. Похую, передавайте укусы. Пелемеш нахуй. Убить его быстро. Убить. Ну я устала нахуй. В лужу заходим. Да зачем? Диваны, и диваны даем. Ну у нас минус 30. Минус 4, два из них были укушены, как минимум. Короче, блять. Я устала. Пельмеш. У вас что за проблема? Вы не можете выбрать укусить любого человека? ДПС еще. Прием. Что? Устала, пельмеш? Вы тут? Напишите что-то. Побежали все сначала инста, там починитесь. А мы выбыли еще нет. А, ну резайте, если там кто-то есть живой. Пелемеш, я устала. Вы тут? Почему вы превратились в вампиров? Прием, ребята. Ну, выбираем. Не может так получиться. Выбираем, кусаем миликов. На котором нет укуса. Если так будет получаться по КД, будут вайпы по КД, понимаешь ты? Я устала. Что у тебя? Некого кусать. В милизону подбегаешь, кусаешь. Там дохуя людей. Хоть они и мало дают, но укус надо передать в любом случае. Следите. Дебафы находятся, если кто не знает. Вот где карта? Сверху, справа. Круглая карта такая, там дебафы, ну, ваши вот бафы. Премиум, хуемиум, вот холод трона, вот эта вся хуйня. Випка, орда, блядь. Там дебаф будет укуса. Сущность, кровавая сущность королевы. Он заканчивается, он не бесконечный. Там минута или две там дается, минута. Кончается, вы смотрите 10 секунд. Ага, надо найти цель, блядь, кого укусить. Я за вас, за 16 человек не смогу это сделать. Зайти на ваши аккаунты, блядь, поукусить, блядь, потом выйти, блядь, стаунтить босса и добить. Ну, блядь, у вас своя голова на плечах есть. Ну, мы тут не 10 лет дети собрались. Давайте как-то посерьезнее завязывать эту хуйню. Еще лучше сыграем. Не может быть такого. Да. Меня он сказал... Тоже, я тоже не мог анименик укусить. Да, я укусил его почему-то. Потом к Хейке подошел, спокойно укусил, да. Смотрите, если не кусается, смотрите так. Ну, до 8 укусов говорю, 8 дальше сами кусаете. 8 человек, следующих 8 сами кусаете. Укус на человеке показывается таким же дебафом, как и на вас. Если у вас фреймы рейда не показывают этого, нажимаете человека левой кнопкой мыши, смотрите, у него дебаф. Вот я вижу, устало нажал. Холод трона, орда. Дебафа нет, значит подхожу. Что лучше сделать? Сразу сказать, кто кого касает, кусает по лесенке, и все. Тогда нет. Люди, а то начинают путаться, бывает раньше как было. Люди путались в том, что перед тобой, ты кого-нибудь бежишь кусать, и перед тобой кусают сразу же. Я тебе объясню такую простую вещь. Когда вот этот макрос пишут на 16 человек, тогда получается, челик тени побежал выносить, его не успел укусить, у тебя секунда осталась до передачи укуса, ты укусил другого, и вся эта лесенка пошла по пизде. Поэтому вы кусаете, как я вам объяснил сейчас. И все. Если у вас это не будет получаться, то, ну, извините, значит не получается. Значит, придется брать других, что-то делать. Те, кто смогут укусить. Если это барьер такой для вас, заходите, кто там? Свято, заходи. Алкина, где бежишь? И это, вы смотрите тоже.
не тот, кто кусает, должен ориентироваться. А еще кого надо, кого кусать будут, вы тоже смотрите, если вас, например, вот аниме не кусает, например, топу. Топа, ты подходишь к анименику. На тебе укуса нет. Наоборот, я подхожу к топе, потому что да. Милик. Да без разницы, там, хоть милик, хоть без. Вы ориентируетесь между собой, вы. Вы на друг друга смотрите. Кто кусает и кого кусает? Ну, как бы это а уже. Так вы, а так вы всю вину на укусающих. А вот тот, у того тени, он с укусом и убегает, блядь. А этот за ним, которого надо укусить. Ой, блядь. Либо у кому укуса нету, а с укусом бежит, за, кто с тени разливает. Ну, давай распредели 8 человек, пускай одновременно скажут, кто кого кусает. И никто да нет, не убегает. Я тебе об этом говорю. Не знаю. Лёх, ну мы же не теряемся, мы же кусаем почему-то. Я не, у меня нормально, кусаю, я все вижу. Проблема-то. Меня если укусит, я укушу. Ну вот и все. Пусть люди смотрят все. Я вижу, Алкину надо кусать, я им дал инфу. Не можете говорить, пишите в чат. Мне вот тоже впадло говорить. Святоса не пускают на сервер. Пишет. Онлайн есть там кто-то? Желательно больше 9к ДПС. Хотел сказать 15, да? Я же не ослышался. Да. Нет, он отталкивается от его ДПС. То у него 9к. Сейчас не знаю. Тут. Все, у кого не показывают, кто укушен, кто не укушен, блядь, исправьте это. Да вон Булкин, извини, что перебил. Булкин тут. Макс, давай это, что ты АФКшишь-то? Я же вижу, что ты мне пишешь. Берите, дай голос. Берите его. Кила, в бери. Этот КД не иду. Ну не идет. Ну разбирайтесь сами тогда. ГЦ хули, можно сказать. Не иди хули. Нам интересно здесь посидеть, посмотреть в потолок. Магматик. Ты тут? Буду за ручку всех таскать, значит. Да, я тоже. Что РС-ку стащил? Нет. РС-ка. Лучше это сначала убить СЛК, потом РС-ку. Тут 10 человек, блядь, без проходки. РС-ка, блядь. Лучше бы вообще в топ-гильдию пойти в Экзальтер, да, и ходить в рейды в охуенные, где все проносится без вайпов, да? И по концу лута получать шмот. И не ныть нихуя, никогда не базарить. Вот был в гильдии, охуенная гильдия, блядь. Там написано в правилах, блядь. Если вы задаете вопрос, а почему эта шмотка не мне, а ему, блядь, вас кикают с гильдии, нахуй. Вот и все. Зато все проносится. Если бы без базара это лучше бы было бы. Это топовая гильдия, блядь. Да это нормально. Так подход. Она же есть. Ну вот я про то и говорю, блядь. Так что... И этот рейд может все убить. Просто старайтесь. О, секундочку. Там? Есть ну, как? Мак ответил. Я уже тебе как бы называю, не подписываю, что они дохуя дадут, но дадут они точно больше 9. Ну, РДД, понятно. Давайте хоть мага. Давайте исправите ситуацию, делайте что-то. Если человек с укусом, если не получается укусить, выбери другую цель и укуси. Поактивнее все это делаем, быстренько соображаем. Иначе, блядь, мы здесь застрянем, нахуй. Че там маг этот, раздупляется, нет? Ну, я ему написал, идешь, не идешь, он молчит. Сочный, у тебя там что, есть кто-то? Да похуй на твои тактики. Извините, я привык с выключенным микрофоном сидеть. Киньте пати магматику. Киньте ему там пати. Кто там? Сейчас. Он вообще в рейды ходит? Я да помню. Ходит он. Просто все выебываются, что ничего не знают. Угу. Чтоб потом меньше ответственности было. Это тык на Симон. Призыв начал, ждите ответа. Этот в ДИС его. Магматик, ты в ДИСе?
Он, по-моему, был в первом рейде, не? А где вы на полминутки? Я все ники помню. Магматик. Блять, надо Дис, чтобы зашел. Все, он зашел. Да был он с нами. Это Магматик, ты тут? Всем привет, да. Привет. Ты же больше 15к даешь? Нет, к сожалению, меньше. Сколько даешь? 13-14 даешь? Нет, еще меньше. 10-11. Ты гонишь? Да, да, нормально он все дает. Господи, он 4-4 макс шеи. Он ладит лучше меня, все. Ну, короче, дашь меньше десятки, пиздюлей получишь. Это самое. Укусы умеешь передавать на лане? Выбирать человека? Нет, ни разу не был здесь. Пиздец, да? Оба, наоборот. Короче, ты наебываешь, шутишь или что? Нет, я серьезно говорю. Я специально хотел пойти с ребятами, которые подскажут тактику, все дела. Короче, сейчас ты сейчас ты тактику за 5 секунд подучиваешь, короче. Вот. Фреймы рейдов есть у тебя? Ты видишь людей в рейде? Да, вижу, да. Вот. Если у тебя показывают, кто укушен, кто нет, это хорошо. Если нет, тыкаешь, проверяешь сам. Укусить надо будет людей. У тебя, скорее всего, укусить надо будет людей. Тебя, скорее всего, будут кусать в последнюю очередь. Так что вот, задача на двух взлетках выжить. Ты Фрост или кто там? Как понять укусить? Укусить. Появится на тебе дебаф, сущность Кровавой Королевы, когда тебя укусят. И через минуту ты превратишься в такое полусостояние. Ну, 10 секунд тебе дастся на кнопке 1 будет укус. Укус передается так. Подходишь в миллизону к человеку вплотную, вот так нажимаешь 1, и он кусается. И вы оба становитесь вампирами опять на минуту. Вот, там дамаг 2 раза увеличивается. Если ты не успеешь за 10 секунд сделать, ты превратишься в вампира, блядь. Все, это. Ну, будете анонсить, кого укусить. Да, нет. Укусишь того, кто без укуса, ДДшника, не хилов. Значит, смотри, твоя задача. Ты Фрост или нет? Да, Фрост. Значит, твоя задача на двух взлетках сдохнуть. Глыбы обязательно. Ну, там в тени надо будет на край стены носить. Тихо, блядь, это самое. Твоя задача на двух взлетках не сдохнуть. Когда босс взлетает и кастует вихрь, ты на первую и на вторую взлетку глыбы оставь. Все, короче, ты выучил тактику, чек на пул, блядь. Про пакт, про тени. Про пакт с красными лучиками 3 человека будет, надо сбежаться, блядь, в точку, чтобы они исчезли. Поставьте рыбу, что-то я не поел, блядь. И маг этот поел, нет, смотрите бафы свои. Боссы не спульте тут. Ничего сложного нету, все нормально. Тени, объясните, как вынести. Тени, сейчас он все увидит, блядь. Я думаю, ты сватаешь на не туда, Магматик. Ну, надеюсь. Не надеюсь, говори да, блядь, и все. И будешь скиллованным пацаном. Скоро. Так, все, я поел. Еще раз проверка, и будем начинать. МК на меня повесь. На тебя это на кого? На Хейке. Слэйр. Старайтесь так, побольше есть. ДПСить. Спасибо. Припоты там всю хуйню. Значит, припоты на 2 секунды, на третью пуляю. Осторожно. Давайте, приготовьтесь на счет 3. Раз, два, три. Поехали. Так, сочный хейки. Хейки, да. Я подойду. Потом сочный анименника, а хейки укусишь. Я устала. Смотри внимательно сейчас, что люди делают, Магматик, и запоминай. Алкина выноси. Кош, отлично. Лучики сейчас готовьтесь, сейчас сбегаться будете. Укус быстрее передавать, вот, сбегаемся. Видел лучики? Ко мне, беги. Все лучше. Так, сочный анименника, хейки, я устала. Угу. Угу. Может, там уже другие хейки стоят. Тени смотрим. Хейки. Смотри внимательно, как люди двигаются, Магматик, чтоб так же все делал.
Захильте его. Сбежались. Ой, бля. Ничего, блядь. Чё до фера там есть? 11 секунд. Готовимся. Этого человека захотать, магматик. Что мне делать? Беги по стенке. Бегать по стеночке. Захильте его, диспельтесь его фир. Сдох я нахуй. Хуй чё диспелили. Дал не зыбку. Лазерная сдох нахуй. Керус лазерную, фейки магматика реснешь. После этого вихря, все ресайте. Фулл баф быстрее. Фулл баф по ним, щитки. Каску, лапу, присобав, все обновить. И ДПС им сильнее. Сбегайтесь быстрее. Я притомил, кашу слышно. Лазерная тень, отпрыгивай. Я рарника укушу. Так, у вас пока передача не наступила, давайте так. Сочный притона, я устала киртала. Хейки, два соска, анименик, укусишь топу. Следующие 8 на свое усмотрение кусаете, я ебал вам это проговаривать. Керус. Давайте, не проебитесь с укусами. Вот, захиливайте быстрее, укусы не уроните. 8 человек, другие 8 укусят. ДДшников обязательно. И выживем. Укусал, кину. И выжить на второй взлетке сейчас задача. Магматик, глыба без КД, надеюсь. Смотрите, что было без КД, сейчас на вторую взлетку готовимся. Вот эти тени захотать, кто там у нас, слейера. Смотри, если еще глыбу отдашь, там, если в фир побежишь. Готовимся. Выбегаем. Диспелим людей. Быстрее захиливаем всех. Незыбку давай, протопал массакру. Гимна хп 2 приста. Быстренько читаем. Быстрее на фул всех поднять. Все, теперь тени пак остался. Только тени пак. Воображение инок дайте, он вообще без маны. Я устала гимна ману прочитай. После укуса. Так передашь. Передаем укусы. Никто не останется. Любого кусаем быстрее. Сука, кто превратится, пизда вам. Выноси притон. Передали укусы? Так, теперь до берсы мне скажите сколько. А, вижу, минута, да? 44. Так, давайте Геру фулл ДПС. Остался только пакт и тени. Все, мы убиваем босса. У нас хватает ДПС. Фулл ДПС, припоты, фласки, всю хуйню. Килая, давай на ману читай. У хилов мана сухая. Ставьте тотем, всю хуйню. Хуярим, короче, изо всех сил. У нас 30 секунд есть, нормально. Мы успеваем, нормально. Кто не укушен? Похую. Ну, кусай кого хочешь. Ну, не укушен, перемеш. Хурюк, рарник, хилы не укушенные. Все, вы успеете добить, нормально. Баблы готовьте, паладины. Все, 500 тысяч. Молодцы. Молодцы. Все, теперь не расслабляем, сейчас эту хуйню раскидаем, идем на синдру. Молодцы. Без всяких шемов, нахуй. Вот эту хуйню сочный килай рольча. А кто двух хилов-то укусил, пиздец? По хую, все, забей хуй, убили. Да хрен с ним. Блин. Так, килая закидываю. Побежали. То же самое, локи туда, не болтаем, не стоим. Тут только 3 человека, остальные локи туда, вниз спустились на лифт, шкаф ставим, сумоним килаю сочного воина. Ну вот видите, магматик какой скилловый, пришел с первого раза, все. Все, молодец. Тут смотрите, тут 2 завоевателя, я вам по одному дам, наверное, да? Че, чтобы не париться. Давай по одному. Кекс, ты не против? Нет. Да, че париться? 2 одинаковых. Все, побежали. Короче, как в лифту спуститесь там, или боб дайте по локам, чтобы они прыгнули и упали, и сразу шкаф там ставьте. Угу. Сейчас бежим на синдру, блядь. В таком же темпе играем. Сейчас на синдре все так же сделаем. Лич вообще хуйня. На синдре тоже все нормально будет.
Ну, травма есть, когда... 45, наверное, да? Сколько у него КД? 45 же? Я, честно, не знаю, сколько у травмы КД. Да 45 должно быть. 45 или 15 там какой-то. Ну, там между проками смотри. Там свапают, как Волонир, скорее всего, его. Я думал, ты назад поедешь. Что вы там внизу уже, надеюсь, можете шкаф там поставить, тыкнуть, сумон. Вот, сочный войд, сумоните. Мы едем. Я понял. Мы едем в далекие края, да? Соседние село. Сумон, блин. Там надо было 1, 2, 4, 8, 16 и БЛ прожимается. А вы что думали, прожимать, не прожимать? Это понятно, но оно под берсу там сколько? Там минута было еще смысл прожимать. А вот когда 40 секунд до берсы, тогда заебись прожимать. Там надо передать укусы, и до берсы где-то сколько там секунд? 2-3, он в берсе уже. По-любому не передадите. А, ты имеешь в виду, когда 16 уже передают укус? Ну 16 да. Вреди-то всего 16. Да, 16 ты уже не передашь по-любому. Да, да. Все, Киртл остался. Тебе пришел сумму на Киртл? Я говорю, 1, 2, 4, 8, 16 передали, сразу рост дает. Блять. Вот он, все тут. Забегаем в центр. В центр забегаем. Не стойте. Так 16 передать нельзя, потому что уже берса будет. Да блять, убили. Все, забудьте эту хуйню уже. Все, сейчас трэш бьем. Смотрите, в центр сбегаться будут эти пауки. Сейчас, ну, два призыва пауков будет. Танку будешь давать, или рарник, или танку давать этот гнев небес. Ну, вот прям как они к центру подходят, чтобы они меньше тычек по людям дали. И слагает. Два соска, там, притон, не дамажьте, ну, не дамажьте, пока на пул не дали. На пулы вреди три штуки. На пулы там, на звездочку давайте все. Сейчас, когда жуки исчезнут, маленькие пройдут, надо этих людей резнуть. А то мы долго вам здесь бить. Сейчас мелких вот этих быстрее добиваем. И сразу готовимся людей резнуть. В центре стоим, его ешим. Кто там стоит? Пета своего подгони в центр, кто там? Че это за параша? Все, резаем. И сразу бафы по ним. Ёпта, блядь. Забыл, да? Я слева здесь. Сейчас вот после этих мелких будут мобы выходить. Уйдете все, рейд весь уйдете вот сюда. Сейчас поставлю метку вам, блядь. Вот сюда уйдете. В ромбик. Идите в ромбик все уже. Морданец. Вон, где локовский портал, ты там, я здесь. Мобов сводим в центр. И это... Ну, на пол осторожно, ну там ложный выпад, прожмите роги. И это. Хант на пол дашь. Центр вот сюда сводим. Не бить никому сейчас, не уешить. Сейчас мы агрона берем. Все, и отойдите отсюда, милики, убегайте. Прохиливаем танк. Убегайте. Все, теперь РД можете бить, а уешите. Вот этих больших главное добейте, и потом уже мелочь. Большим-то можно стан давать, если что. Стан притяжка сбивает вихрь. Вот так вот. Вот так вот. Все, сейчас все в центр возвращайтесь обратно. Сюда возвращайтесь. Из ромбика в центр обратно встаньте. Сейчас будет еще пачка больших пауков. Ты доплот поставил? Нет. Блядь. Упоминали бы пораньше, я забываю, блядь. Тут 1000 буешек, наверное, выпало. Вот синяя какая-то хуйня, что-то хоть бы распылили. Сейчас мелкие и большие пойдут. Большие и мелкие.
так большие. То же самое, гнев небес, не забудьте. Сейчас еще пачка мелких, и все, и двери откроются. И еще одна пачка мелких. На Синдру. Ну, короче, кто это? Уверен в себе, кто за себя знает. Остаетесь под СПД с фласками. Ну, остальные там саппроты, смотрите, что, ну, там, из ГБ или откуда там раздавайте. Саппроты на Синдру обязательно хилам, танкам. Сейчас трэш драконов убьем и потом это попьем, побафаемся. Так, сейчас я буду собирать. Три на пула на звездочку будете давать. Зубы дашь, крылья дашь, всю хуйню это самое дадите. Стойте тут. И когда я лужу кину, там дадите гнев небес палы. Гайд, как собирать дракончика, бля. Ломать новую. В одну модель. Да он знает. Ну чё, чекаем ДПС. Так, готовимся. Ебать, супер лаги. Один КПС. Всё, максимально ОЕ даём. 0-1, блядь. Я тоже так. Ебать, жестко она. Ну и все, да, этих сколько? Этих петухов гасим. Ага, к стеночке подбегаем. В танков встаем, тоже вас откидывать не будет, милики, проще там можно.